Так, Honda NSX от бренда LCD, одного из моих любимейших брендов. Очень давно, года три назад, наверное, кто помнит, я снимал уже на такую Honda обзор, только от бренда... Ой, сейчас бы... А, Hobby Japan она у вас идет. Вот в таком вот матовом, красивом исполнении. С проработанным салоном. Вот. И очень мне хотелось, конечно, такую хондочку в красном исполнении. Очень хотелось. И, возможно, не знаю, вот эту модель я буду продавать от Hobby Japan. Но не знаю. Сейчас вот смотрю на них, и мне она все-таки поинтереснее кажется. Вот эта вот модель. У нее и диски стоковые, а здесь они какие-то непонятные. В общем, возможно, а может и нет, буду вот эту модельку продавать. У нее и коробочка, и бокс, все в пленочке, все имеется. Так что, кому если интересно, пишите в группу ВКонтакте, в личку. Может, договоримся. Так, сейчас покажу эту модель сначала, потом их сравним. Ну вот у этой что прикольно, у этой фары открывающиеся. Тут рычажок, они открываются, закрываются с помощью этого рычажка. Хоп, закрылись фары. Хоп, открылись, они еще так открываются, сначала одна, потом вторая. Интересно так сделано. Колесики обычно в LCD крутятся вообще без проблем. Здесь туговато, конечно, они что-то вращаются. Моделька вообще в идеальном состоянии. По лакокрасочному покрытию проблем вообще никаких нету. Глушитель проработан. Так, по поводу фонарей задних. Охренеть просто. Что-то LCD обосрались на этот момент, на этот раз. Hobby Japan фонари задние, блин, поворотники настолько круто сделаны. А здесь просто какая-то баланка вставлена и все. Что-то я уже сомневаюсь, что я ее буду продавать, вот эту модель. Потому что что-то прям как-то... Зато здесь фары открывающиеся. Так, ладно. Чисто для сравнения сейчас. Ну, сразу скажу, вживую вот эта модель просто намного лучше смотрится. За счет своих вот этих даже дисков. Короче, здесь детализация гораздо интересней. Так что я поторопился, наверное, со словами, что я буду продавать. Ну, посмотрим. Будет видно. По масштабу один в один, прям просто. Трушный такой масштаб. Может, я их оставлю обе. Посмотрим. Так, ладно. Вот такие вот у нас модели. Кстати, Hobby Japan продавал в красном окрасе такую модель. Очень-очень давно еще. Вот, когда это все движение зарождалось, этих элитных моделей.
вот. Да, вот это гораздо интереснее модель выглядит. С крутейшей просто детализацией. Наверное, просто я вот эту модельку зря заказал. Хотя она тоже достойная очень, да. Но вот разочаровали вот эти вот прям задние фонари ее. Просто никакущие. Просто обычная пластмашка вставлена. Ну, там что-то есть подобие детализации, но это не то. Даже вот сравнить, да, вот эту жопу и вот эту. Вот эта вот матовая на видео кажется такой, какая-то размытая. Она из-за того, что матовая, так кажется. В общем, вот такие вот модельки у нас сегодня на обзоре. Все, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на YouTube. Все, всем удачи.